18 секрет успеха – тщательная забота о своем физическом здоровье. Мы живем в самое чудесное время человеческой истории с точки зрения продолжительности жизни и физического здоровья. В наши дни вы можете жить дольше и лучше, чем было возможно в любую другую эпоху. Поставьте цель дожить до 80, 90 или 100 лет, сохранив отличное здоровье, и вы сможете добиться этой цели, если решитесь. Поставьте перед собой цель дожить как минимум до 80, а затем посмотрите на свои сегодняшние привычки, заботы о здоровье и спросите, позволят ли вам они дожить до этого возраста, сохранив отличное здоровье. Вот три ключа к долгой, счастливой и здоровой жизни. Первый ключ – здоровый вес. Поставьте перед собой цель держать свой вес под контролем и оставаться стройным и здоровым до конца жизни. Для потери веса и достижения отличной формы существует формула из пяти слов. Она проста. Меньше ешьте и больше упражняйтесь. Второе. Это правильное питание. Ключом к правильной диете является выбор лучших продуктов и уменьшение их количества. Ешьте больше нежирного протеина, фруктов и овощей. Исключайте десерты, сладкие напитки, конфеты и все сахаросодержащие продукты. Прекратите потребление лишней соли и продуктов с использованием белой муки. Уменьшайте порции. Ешьте 4 или 5 раз в день вместо 3 больших порций. Когда вы начнете контролировать свои привычки в еде, вы увидите, что вам легче контролировать и другие привычки в других областях жизни. Третий ключ долгой жизни – правильные упражнения. Для этого необходимо упражняться примерно 200 минут в неделю, в среднем 30 минут на день. Все необходимые упражнения вы можете получить от интенсивных прогулок по 30-60 минут в день, 3 или 5 раз в неделю. Если вы действительно серьезны, запишитесь в фитнес-клуб или купите себе домашние тренажеры, не забывая при этом на них заниматься. Ключ к отличному физическому здоровью и долголетию заключается в постановке четких конкретных целей с учетом вашего текущего состояния здоровья и формы. Только вы можете составить для себя план, а затем работать над ним каждый день. Для этого требуется огромный самоконтроль, самодисциплина и сила воли, но и результат будет потрясающим. Если в качестве финансовой цели вы ставите себе дело стоимостью в миллион долларов, то в сфере здоровья вашей целью является достаточно долгая жизнь, чтобы вы могли насладиться своими достижениями и деньгами.